Здравствуйте, меня зовут Алла. Моя анкета размещена на сайте, только на сайте anastasiadate.com. Я хочу рассказать немного о себе. Я очень люблю читать, особенно романы. Очень люблю плавать, очень люблю готовить всякие сладости. По характеру я сангвиник, то бишь более веселый человек, но немного стеснительный. В людях я ценю доброту, честность, искренность и преданность. Терпеть не могу лжи, фальши и пошлости. Также я очень люблю путешествовать. Правда, в основном путешествовала только по Украине. Хотелось бы побывать и в других странах. Мечтаю увидеть Эйфелеву башню в Париже. Конечно же, хотелось бы увидеть собор Парижской Богоматери. Очень хочу увидеть Индийский и Тихий океан и искупаться в них. Ну и, конечно же, остальные какие... У нас очень много красивых стран, которые мне хотелось бы увидеть. Я очень хочу встретить свою любовь. Мечтаю о любящем, честном, надежном, добром, отзывчивом человеке, который будет любить меня, моего сына и наших совместных детей.